Авиация противника «Балтфлотум» не соперник. Экипажи ракетных катеров «Маршанский Чуваш» и большого десантного корабля «Королев» отражают массированный воздушный удар. Враг атакует несколькими группами. После обнаружения целей балтийцы ставят активные и пассивные помехи, после чего корабельная артиллерия вступает в бой. Шестиствольные зенитные автоматы и артустановки АК-176 не оставляют врагу ни единого шанса. В роли атакующих на этот раз выступили экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и противолодочных вертолетов К-27. Они имитировали скоростные низколетящие цели. Кроме того, сушки сбросили несколько светящихся авиабомб. Эти мишени моряки-балтийцы также успешно уничтожили.